уважаемые дамы и господа, поезд прибывает на Ленинградский вокзал города-героя Москвы. Будьте внимательны и не забывайте свои вещи в вагоне. О вещах, оставленных пассажирами, сообщайте поездной бригаде. Дамы и господа, приглашаем вас воспользоваться услугой комфортного размещения в бизнес-залах Ленинградского Московского вокзала, а также железнодорожных вокзалов городов Тверь и Чудово. Пассажирам первого и бизнес-классов высокоскоростных поездов «Сапсан» услуги бизнес-залов предоставляются при предъявлении билета без дополнительной платы. Если вы желаете оставить отзыв о поездке, вы можете воспользоваться любой удобной для вас формой обратной связи. Контакты для обращения указаны в вашем персональном экземпляре справочно-информационного буклета. Благодарим за ваше мнение. Оно важно для нас. Уважаемые родители, убедительно просим вас соблюдать правила безопасности на железной дороге. Не оставляйте детей без присмотра. Держите их за руку или на руках. Снимайте наушники и капюшон вблизи пути. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Будьте внимательны, находясь на объектах железнодорожного транспорта. Берегите свою жизнь и жизнь окружающих. Особенно детей. Нам приятно заботиться о вас. Спасибо за выбор компании «Российские железные дороги». Ждем вас снова, уважаемые пассажиры. 2024 год объявлен президентом «Годом семьи». Желаем вам совместных путешествий и семейного тепла. Ladies and gentlemen, the train is arriving at Hero City, Moscow, Leningrad Railway Station. Please be careful and don't forget your luggage. Inform the train crew about any items forgotten or left unattended. Dear ladies and gentlemen, to make your journey more pleasant and comfortable, we invite you to visit the nearest lounges located at the Leningradsky and Moskovsky railway terminals, as well as at railway stations of Tver and Chudova. Я тоже так. Это стекло.